Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел страны. В честь этого в Чебоксарах прошла церемония вручения свидетельств о занесении фамилий сотрудников в ведомственную книгу почета. Попасть в нее – большая честь для полицейских. Сегодня свидетельства из рук министра внутренних дел Чувашии получили 5 полицейских, достигших высоких результатов в службе и награжденных государственными наградами российского уровня. Также сегодня чествовали молодых сотрудников ведомства. Виктор Шмитков вручил первые погоны с офицерскими звездами 9 новобранцам. Я и вам желаю запомнить этот день и с достоинством нести это звание офицера органов внутренних дел.